Друзья, привет, подписчики. Значит, написал подписчик с просьбой, что делать, если вот вы, к примеру, купили Bluetooth наушники, а они не контачатся с телефоном. Как такое быть, чтобы вы что только не делаем, а наушники не находятся. Вот, к примеру, OnePlus, да. Вот как быть? Давайте я сейчас вот удалю просто-напросто вот эту вот мою OnePlus-овскую, и сразу найдется. Значит, смотрите. Что нужно делать? Вот отключаем, смотрите. Клац, клац, клац. Значит, что нужно делать? Вот вы, к примеру, Bluetooth включили, видите, нет, все. Значит, смотрите, что сделать. На каждых наушниках, на вот таких, есть вот такая вот кнопка. Вы ее зажимаете и держите до такого момента, пока вот это вот либо не станет белое, либо не будет просто светиться таким одним цветом. Вот идет поиск наушников. И сразу телефон вы выключаете. Наушники сразу же будут синхронизироваться с этим, с вашим, полностью с вашим телефоном. То есть нужно удержать, на кнопку нажать и держать, пока она не засветится. И сразу видите, вот, смотрите, OnePlus Zero, видите? Нажимаем, идет подключение, и у нас подключено. Разрешить, принять, все. И у нас все, наушники, подключение по Bluetooth, больше не спрашивать. И у нас наушники, смотрите, подключены, пишется заряд 100%, и у нас они активны. Вот таким вот способом вы сможете подключить наушнички любые, если даже какой-то глюк, если вы раньше их даже подключали, сейчас не работает, то вот эта вот настройка вам поможет их подключить правильно. Пользуйтесь, не благодарите, расскажите друзьям об этом крутом способе.